Ей всего 15, а она уже второй год подряд посвящает свои летние каникулы посещению самых отдаленных и древних православных храмов региона. Девятиклассница Катя Сорокина участвует в традиционном велопробеге «Дорога к храму». Признается, что ждет этого весь учебный год. Во время велопробега очень тяжело, конечно. Потом, блин, даже это забывается, то, что это было тяжело, это все так здорово. Ну, не знаю, счастье, что ли, испытываю, то, что съездила. В этом году маршрут велопробега проходит через Павлово, Муром, Кулебаки, Дивеево, Арзамас, Лысково, Макарьево, Бор, Городец и Балахну. И везде паломники на велосипедах посещают храмы и монастыри, участвуют в молебнах и собирают средства на восстановление обителей. Велопробег в этом году посвящен 650-летию посещения Нижегородской земли преподобным Сергием Радонежским. Маршрут, значит, рассчитан так, что мы делаем остановки, ночевки. Остановки для отдыха в такой дальней дороге крайне необходимы. Ежедневно велопаломники будут проезжать от 40 до 100 километров. Неудивительно, что на протяжении всего пути где-то поблизости будут врачи. Мы всегда будем рядышком до границы Нижнего Новгорода, сопровождает машина Центра медицинских катастроф. Дальнейшая эстафета переходит на скорой помощи, отделение скорой помощи тех районов, по которым будет проходить велопробег. Всего по дороге к храму едут более 60 человек. Роман Ерышев посвящает свое участие недавно ушедшей из жизни маме. Говорит, раньше она сама часто отправлялась в паломнические туры по святым местам. И сейчас, пожалуй, была бы горда сыном. Она всегда только благословляла меня на это, и всегда хотела, чтобы я участвовал в подобных движениях. Роман показывает нам, что взял с собой в дорогу. Ремкомплект для самого велосипеда, паспорт, кошелек, телефон, воду и ветровку на случай дождя. И, конечно же, икону любимого святого, которому можно молиться с просьбами помочь в дороге. После молебна и благословения священника паломники отправляются в путь. Все готовы? Едем! Наталья Лисова, Олег Клинин, объективно, ННТВ.